Exercise 26. Listen and number. В этом упражнении нам с вами предлагают ответить на вопрос. Which of these instruments do you play very well? На каком из этих инструментов вы играете очень хорошо? Which of these instruments do you play badly? На каком из этих инструментов вы играете плохо? И not at all. Совсем не играете. Приведен внизу пример. I don't play the piano at all. Я совсем не играю на пианино. Правило здесь очень простое. Обратим внимание. I play the guitar. Я играю на гитаре. Если мы хотим сказать «я очень хорошо играю на гитаре», то мы сначала говорим фразу «я играю на гитаре» и только потом уточняем «очень хорошо». Я играю плохо на дудочке. Мы сначала говорим, на чем играем, а потом уже как. Я совсем не играю на скрипке. Мы сначала говорим, на чем мы не играем, а потом уже слово как. Мой папа играет хорошо на барабане. Мы сначала называем, на чем играет папа, а потом уже как. И последний пример. Она не играет совсем. Она совсем не играет на фортепиано. Мы сначала говорим, на чем она не играет, и потом уже как. Давайте прочитаем примеры. Теперь на английском языке. I play the guitar. I play the guitar very well. Я играю на дудочке. I play the recorder. Я плохо играю на дудочке. I play the recorder badly. Я не играю на скрипке. I don't play the violin. Я совсем не играю на скрипке. I don't play violin at all. Мой папа играет на барабане. My dad plays the drum. Мой папа хорошо играет на барабане. My dad plays the drum well. Она не играет на фортепиано. She doesn't play the piano. Она совсем не играет на фортепиано. She doesn't play the piano at all.